Зачем ты снимаешь все в подряд? Буквально недавно, то вчера я услышал такую фразу в свой адрес. Я не снимаю все в подряд, я реально снимаю свою жизнь, как я живу. Да, я строю тоже бизнес через соцсети, снимаю своих там животных, котов, собак, там свои прогулки, как сейчас я иду 6 километров, 10 тысяч шагов на прогулке. Вчера я там был в спортзале, сегодня я выбрал прогулку. Но не суть. Я снимаю, да, снимаю ролики какие-то про бизнес, там рассказываю, делюсь своими лайфхаками. То есть я делюсь своей жизнью, и люди таким образом смотрят и могут смотреть на вас и спокойно покупать у вас с лучшей охотой ваши товары и услуги, а не, знаете, там записывать видео, там сел, там подготовился, камера, свет поставил, всех из дома выгнал, тишина, все, покой, все, записываю. Хуяк записал это видео, бам, там, разместил его в соцсети, и ждешь просмотров, где просто нет просмотров, так, надо быстро написать, ага, так, мам, пап, там, сестра, брат, там, быстро, все мне комментарии забубенили, чух-тух, там, сохранение поставили, репост, давай, быстро сделали, что вам жалко? Дружище, это вообще никоим образом не влияет на просмотр. Если твое видео реально неинтересно, его люди не будут смотреть. Делай ты лайки, репосты, все остальное хоть 1000 раз. Видео реально должно быть интересным и должно нести какой-то там смысл и так далее. Поэтому я записываю в день там от 10 роликов, там и больше, мне как получается. Но у меня нету там цели, чтобы мой каждый там ролик там залетал там и так далее. Нет. Я просто делаю это, да, я делюсь. Кому интересно, тот смотрит. Кому не интересно, тот не смотрит. Какие проблемы? Никаких проблем нет.